Первое ходатайство у меня об исключении доказательств по этой статье 75 УК РФ. Итак, 25 ноября стороной обвинения представлено предложение по порядку исследования доказательств на стадии дополнения судебного следствия. Далее предложение. В данном документе сторона обвинения для исследования судебного заседания с участием председателя заседания или в качестве вещественных доказательств предложила в частности Сергея с его списком. Это то, что мы еще не исследовали. К этому я вернусь чуть позже. Значит, первое, это копия постановления об отказе возбуждения уголовного дела от 23 февраля 2004 года, он 39-й издел 86. Копия постановления об отказе возбуждения уголовного дела от 7 мая 2004 года, том 39 издел 90-95. Регистрационное дело на объект недвижимого имущества, это железнодорожный путь номер 6, живые 2. В ранее неисследованной части, так говорится в предложении, лист 149 данного регистрационного дела. И ежедневник Лугала Сергея Ивановича, изъятый 9 июля в ходе обыска жилища Лугала Сергея Ивановича, расположенном по адресу город Сахара, улица Владимирская, дом 1. Итак, сторона защиты считает, что указанные доказательства подлежат исключению из материалов уголовного дела как недопустимые по следующим основаниям. Исходя из статьи 74 УК, доказательством являются сведения, полученные строго определенным законом источником. Для признания информации полноценным уголовно-процессуальным доказательством необходимо, чтобы она не только была достоверной и имела отношение к предмету доказанности, но и обладала таким важным свойством, как допустимость. Данное свойство имеет конституционно-правовой характер, часть 2 статьи 10 Конституции Российской Федерации. Согласно части 1 статьи 88 УК, каждое доказательство должно быть оценено в том числе с точки зрения допустимости. В широком смысле допустимость доказательства характеризует его с точки зрения законности. То есть допустимое доказательство – это доказательство, полученное в соответствии с требованиями, установленными законом в процессуальной форме судебного получения. Значит, соответствие порядка получения доказательства требованиям закона означает: первое. Получение доказательства из надлежащего источника. Это часть 2 статьи 74 УК. Получение доказательства надлежащим субъектом. И третье. Это получение доказательства соблюдения процедуры, предусмотренной для соответствующего следственного действия. Перечисленные выше доказательства получены из ненадлежащего источника, а следовательно не могут считаться доброкачественными доказательствами по смыслу УК. Того, что я подвижу, мне бы хотелось понять, а вообще что происходит? Адвокат Карпетян заявил ходатайство. Я понял, что адвокат Карпетян заявил ходатайство. Ваша честь, на прошлом заседании мы рассматривали ксерокопии протокола, на котором были бумаги от Толя Твиттера, были от бумаги, через которую печатающий. И мы с ее это обсуждали. Она на наше предложение зачитает прямые показания, указывающие на то, кто виновен в убийстве Болотова. Нам сказали, а это не имеет никакого отношения к этому. Отклоняйтесь от предмета, как вынесенного на обсуждение. А вот блокнот мой блокнот, неизвестно какого года, то ли он 2003, то ли он 2002, то ли он 2005, очень неизвестно, честно. Не было ни экспертизы, ни проверки, которые нашли, кстати, в гараже, а не у меня дома. Я просто задаю юридический вопрос. Какое отношение блокнот, где мои рукой написаны, на какой заправке я заправлялся, в каком кафе я кушал, вот какое он имеет отношение? Это же в чистом виде прямое давление на присяжных с целью показать, что раз мы этот блокнот зачем, значит, имеет какую-то доказательную базу. Но это же не так. Это же не так, ваше. Конечно же, давайте остановимся уже и будем действительно разбирать только фактическое обстоятельство дела. То, что действительно имеет отношение к делу. Посещение часть процесса постановляю. С учетом
требований статьи 74 УК Российской Федерации, согласно которой законодательственным правом делу является любые сведения, основания которых суд рассмотрит, должно быть в порядке определенного встречного кодекса, наличие или отсутствие обстоятельств подлежащих доказанных при производстве уголовного дела, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Также учитывается положение статьи 81 УК Российской Федерации, вещественные доказательства. Вещественные доказательства признаются любые предметы, в том числе иные предметы и документы, которые могут служить следствием для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела. Учитывая, что заявленный адвокатом Карпетяна код постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 23.02.2004 39.39.86 и как основные доказания международного дела 107.05.2004 года, содержащие 39.95.95, а также преступное дело на объективном международном пути номер 6.2 и Евгений Кургала 9.9.17.20 года. В ходе выпуска жилища Кургала основной полицию в Алфатанске вышли в Владимирской Громадине. Учитывая, что все вышеперечисленные документы, а также регистрационное дело Евгения Кургала, изъяты в рамках расследования уголовного дела, в установленном законном порядке с ним при проведении следственных действий по их изъятию и осмотру соблюдены требования настоящего кодекса уголовного процессуального кодекса Федерации, то в данном случае не имеется оснований для определенной недопустимости доказательств. Учитывая, что согласно пункту 3, части 1 статьи 81 УК Российской Федерации, что вещественными доказательствами, каковыми не являются вышеперечисленные документы и предметы, они не имеют Кургала, то обоснованность признания вещественных доказательств подтверждается тем, что эти документы могут служить средством для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела. И как гласит часть 1 статьи 74 УК Российской Федерации о том, что доказательства по уголовному делу являются действительными, на основе которых суд установит наличие или отсутствие обстоятельств, подтверждающих доказанное при производстве уголовного дела, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Поэтому основания для признания недопустимых данных доказательств не имеется. Данные доказательства подлежат представлению присяжных свидетелей. А вот оценка им будет дана присяжным свидетелям с учетом того, как участники стороны обвинения и стороны защиты будут мотивировать то, свидетельствуют ли они о наличии или отсутствии обстоятельств, подлежащих доказательств. Послушаю, что у вас информация. Первое, Ваша честь, я хотел бы вам представить для обозрения один подлинный документ, для обозрения, поскольку он, по-моему, приобщен, все-таки я надеюсь, хотя я его не видел. Речь идет о ответе старшего следователя по особо важным делам 2-го следственного отдела Управление по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности Главного следственного управления полковника юстиции Речинского. Это его ответ в виде постановления о частичном отказе в удовлетворении ходатайства адвокатов от 20 октября 2021 года. И здесь приводится его мнение. Ходатайство защиты в части вызова в суд 283 лиц в качестве свидетелей, экспертов и специалистов со стороны защиты также не может быть удовлетворено по следующим основаниям. Так, в своем ходатайстве защитники обвиняемого Фургала указывают о вызове в суд следующих лиц со стороны защиты. Идет огромный перечень. Вот, я не буду его, так сказать, повторять. Здесь и Полей, и Першин, и Зори, и Дудни, и Карамаи, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Между тем, указанные лица
подлежат вызову в суд со стороны обвинения, в связи с чем ходатайство защиты в указанной части не может быть удовлетворено. Вызов в суд остальных лиц, которые сторона защиты указала в своем ходатайстве, не может быть удовлетворен, так как стороной защиты не мотивировано, в связи с чем указанные лица подлежат вызову в суд со стороны защиты. Я все искал, думаю, откуда взялась вот эта мотивация. Вот. Ваша честь, я вот вам даю на обозрение, оно должно быть приобщено. Я прошу вернуть мне вот этот документ. Вот. И обращаю внимание уважаемого председательствующего на том, что в обвинительном заключении, где приложен список свидетелей, потерпевших, обвиняемых, экспертов, специалистов, там даже намека нет на мотивацию в том смысле, а зачем же их вызываются, так сказать, в судебное разбирательство. Почему? Ну, потому что уважаемая сторона обвинения здесь строго соблюдала закон, эта мотивация не требуется. Вот считает обвинение, что такие-то свидетели должны быть вызваны в суд. Ну и, как говорится, слава Богу, суд разберется с их показаниями и так дальше. Сергей Иванович стал ваш честь. Что у вас, ходатайство? По оглашению вот тут, доказательство. Пожалуйста. Учитывая те телодвижения и те решения, которые принимаются на суде, я просто опасаюсь, что в очередной раз выяснится ваша честь, что блатно подчеркиваю, который, я не знаю, является моим или нет, я никогда не подтверждал, что это мой блатно, это мой запись, а эксперты не делают. Я не понимаю, как вы так вот свободно заявляете, что это блатной бой, и писал я, не проведя ни экспертизы, не получив моего согласия. Ну это ладно. Как говорится, тут ваша честь. Перед тем, как я заявлю буквально несколько ходатайств, мне бы хотелось, ваша честь, сослаться на президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который сказал, не далее, как буквально на днях, на совещании судьи. Я не буду все зачитывать, маленькая фраза. И что еще хотелось бы подчеркнуть. В целом, вызовы, угрозы, с которыми столкнулась и сталкивается сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и иных процессуальных действий. Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они не сыплемы. Мы никогда, вы, уважаемые, никогда не должны забывать об этом. К сожалению, ваша честь, моя голосовка – это как раз протест на действия, которые идут в разрез, а точнее являются противоположными поручениями президента Российской Федерации, гаранта Конституции, кстати, который подписывает указы о назначении судьи, является, ну, не последним человеком, который ставит свою подпись, точнее, кто утверждает.